Приветствую, дорогие друзья. Сегодня я прилетел в Нью-Йорк, Манхэттен. На моих часах ровно 9 часов. Посмотрим, как загнивает Запад. Родители, конечно, говорили мне, что тут все гниет, но я решил своими глазами прилететь, посмотреть на этот контингент. Посмотрите на эти дыры, это просто кошмар. Как они здесь живут, свиньи? Эх, из США, я такого не ожидал, конечно. Давай, Джон, лезай в ямку. Голосовал за Обаму? Лезь. Давай, давай. Ныряй. Отлично. Патриоты России сейчас радуются, видя такую картину на Бруклинском мосту. 2016 год. К слову, это все, конечно, не первый год происходит тут. Коррупция проникла в каждый орган. Кстати, о коррупции. Страна США – это единственная в своем роде страна, где вы, в принципе, на права можете не обучаться. Вы просто можете прийти, ну, мол, там, дай вот мне права, вот деньги, мне некогда тут учиться, мне ехать надо. У меня через 5 минут самолет обратно в Россию, где такого дурдома, естественно, нету. Слава богу, что я не здесь живу. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Не-не-не, не так. Ставьте лайки и вписывайтесь за Россию, что бы там ни происходило. Всего доброго!